референсное значение в моноблоте до 10, если есть показатель 5,8, значит ли это, что есть повышение? Нет, это говорит о том, что вот, хорошо, вот мы даем вот в цифрах, и я считаю, что это очень важно, потому что есть лаборатории, которые дают просто плюсы и минусы, то есть цифры у них есть реальные, но они их не выдают на бланке. И вот эти 5,8 говорят о том, что это серая зона, и значит, что какого-то существенного патологического значения эти антитела не имеют в данном случае, но что есть повышенная вероятность аутоиммунных реакций в организме и есть повышенная вероятность развития аутоиммунных заболеваний в организме. Потому что когда мы начали заниматься аутоиммунными антителами, мы работали в очень плотной связке с Евгением Львовичем Насоновым, академиком, научным руководителем Института ревматологии, очень уважаемым мной человеком, просто он очень много сделал для нашего центра, я ему страшно благодарен. Вот, и он тогда еще заведовал лабораторией в кардиоцентре в 96-м году, когда мы начали с ним работать. То есть он заведовал лабораторией иммуноферментного анализа кардиоцентра. И я задал вопрос, а вот что делать, если вдруг вот мы обнаружим антитела к ДНК, которые не ну, то есть все нормально, но просто есть антитела к ДНК без какой-либо клиники. Он сказал: Игорь Иванович, вот можно прожить с этим анализом всю жизнь и не заболеть никаким аутоиммунным состоянием. Но если сравнивать риски аутоиммунных заболеваний без этих показателей и с этими показателями, то повышается риск. Поэтому раз в год нужно проверять. Поэтому вот эти 5,8 нужно обязательно учитывать при планировании терапии, но для этого нужно знать все абсолютно, вот весь спектр показателей, все анализы для того, чтобы правильным образом все спланировать. Вот. И вот так примерно. То есть вот риск повышен, да, и хотя бы раз в год нужно этот анализ повторять.